Приветствую всех, дорогие друзья, подписчики, зрители канала ProSkate Shop. Меня зовут Сим Габриэль, я являюсь специалистом компании ProSkate Shop. И сегодня у нас на обзоре трековый самокат от компании Chile, модель Sub-Zero. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Поехали! Самокат поставляется в треугольной коробочке в разобранном виде. Для начала давайте рассмотрим саму коробку, а затем посмотрим, что там внутри. Что мы видим на самой коробке? На самой коробке у нас имеется фирменный логотип компании Chile. Также написано Chile Pro Scooters. Сбоку у нас имеется наклеечка с рисунком самого самоката, то есть нарисован сам самокат в том цвете, в котором он лежит в коробке, а также небольшие, максимально кратенькие характеристики данного самоката. Что мы имеем здесь? Также имеем фирменный логотип компании Chile, написано Chile Pro Scooters. В принципе, то же самое, фактически, что и с другой стороны коробки, только немного другое оформление. Тут мы имеем ту же самую наклеечку, что и с другого боку, а также имеется удобная ручка для переноски. Ну что, теперь предлагаю вскрыть коробку и посмотреть на ее содержимое. Так, давайте я опущу коробочку, чтобы было видно и меня. И я уже вижу, что Chile очень постарались запаковать самокат очень-очень хорошо. Ну что ж, давайте поменьше слов, побольше дела. Самокат упакован в плотный полиэтилен. Также, когда я доставал, случайно с одной из грипс слетела вот такая вот картонная накладочка, чтобы дека не повредила руль или, допустим, руль не поцарапал деку. Оставим ее также в коробочке. Между самокатом и рулем имеется вот такая картонная проставочка. И давайте достанем саму дечку. Дека у нас также очень-очень хорошо упакована. То есть прям вот чувствуется, что ребята запарились в плане упаковки. И внутри у нас также остался мануал по сборке данного самоката. Указали, как какая деталь называется, и также два шестигранника для сборки. Ну что ж, давайте за кадром я соберу данный самокат, и в следующем кадре уже буду с полностью собранным самокатом. Итак, за кадром я собрал данный самокат. В собранном виде самокат имеет вот такой вот внешний вид. И давайте пробежимся вместе с вами по его характеристикам, но прежде я расскажу, как собирается данный самокат. А для того, чтобы его собрать, необходимо расслабить 4 болта на хомуте, 2 верхних, 2 нижних, но возможно, что они будут расслаблены уже с коробки. После чего мы вставляем руль в хомут, центруем руль относительно переднего колеса, после чего постепенно закручиваем верхние 2 болта, а затем и нижние 2 болта. Это все, что касаемо сборки. Ну, а теперь давайте пройдемся по его характеристикам. И заранее хочу сказать, что самокат просто поражает своим качеством сборки. То есть собран он очень и очень хорошо. Все материалы, которые используются, они высочайшего класса. Итак, давайте начнем с руля, как обычно. Что касаемо руля, а конкретно грипс. Грипсы здесь не самые широкие, но довольно мягкие. Во время катания за них держаться будет довольно комфортно. Что касаемо барендов. Баренды у нас не прорезиненные, пластиковые, без всяких фирменных логотипов. Что касаемо самого руля. Руль у нас покрашен в черный матовый цвет. Слабо выраженная U-образная форма и усилен поперечинами. С каждой стороны по 2 поперечины с вырезами для облегчения данного самоката. И верхняя часть руля немножко приплюснута для увеличения площади сварного шва. Теперь давайте перейдем к хомуту. Что касаемо хомута данного самоката. Хомут у нас алюминиевый, 4-болтовый под систему SKS. Покрашен также в черный матовый цвет. Рулевая колонка. Рулевая колонка у данного самоката интегрированная на промышленных подшипниках. В рулевой колонке не имеется никаких дополнительных вырезов, просто наклеен фирменный логотип компании Chile. Что касаемо вилки. Вилка у нас алюминиевая, фрезерованная, покрашен также черный матовый цвет, имеется небольшой вынос вперед. Колеса. Колеса имеют диаметр 120 мм. Многолучевые алюминиевые диски, стоят подшипники ABEC 9.
И теперь давайте перейдем к шее данного самоката. Что я хочу сказать про шею. На шее у нас наклеена специальная наклеечка с QR-кодом. Для того, чтобы вы могли с помощью телефона просканировать и понять, оригинальный у вас самокат или же, допустим, подделка. И также имеется голограмма, также для проверки оригинальности. Она, то есть шея, врезана в деку, это можно заметить вот с этого ракурса. Имеются дополнительные две поперечины, так называемые ребра жесткости, для того, чтобы во время катания дека, точнее шея от самой деки, не отвалилась. А теперь перейдем к самой дечке. Что касаемо деки, форма деки в разрезе прямоугольная, передняя часть деки заварена, и на заваренной части вырезаны, скорее всего, с помощью лазерной фрески три логотипа Chili. Что касаемо также забыл про гибкий стальной тормоз у данного самоката. И дропы у деки срезаны, то есть можно будет спокойно поставить пеги. А теперь давайте замерим данную деку. И начнем с руля, точнее не деку, а замерим сам самокат. Начнем с руля, а конкретно с грипс. Ширина грипс составляет 135 мм. Ширина самого руля составляет у нас 580 миллиметров, длина руля равняется 640 миллиметров, а высота от пола у нас составляет 950 миллиметров. Самокат не самый большой, но при этом и не самый низкий. Ну что ж, теперь я предлагаю подвести итоги по данному самокату. Что касаемо уровня катания райдера. Допустим, если вы новичок, хотите попробовать себя в стрите или в парке, но самокат по всем характеристикам, которые имеются, также по своему весу, по системе компрессии, напомню, она SKS, это одна из самых тяжелых, точнее, не одна из самых, а самая тяжелая компрессия на рынке, но при этом она самая прочная, то есть выдержит любые падения. То есть самокат больше предназначен для стрита, нежели чем для парка. И если вы новичок, который хочет попробовать себя в стрите и хотите сразу с коробки достать качественное железо, то да, это ваш вариант. Самокат удовлетворит своими характеристиками и райдеров среднего уровня, и профессионалов. То есть самокат действительно хороший. Что касаемо роста райдера. Рост райдера должен начинаться от 150 сантиметров и выше. Но, допустим, если вы хотите купить данный самокат, и у вас рост ниже данной цифры, то, конечно же, мы можем спокойно подпилить вам руль. Ну, а также, как я уже сказал, стрит или парк – это стрит. Ну, и я думаю, это все на сегодня. Если вы хотите, чтобы лично я сделал, покупая данный самокат, это, скорее всего, поставил бы сюда другие грипсы, потому что эти, ну, лично мне не очень нравятся. Я бы поставил сюда, допустим, от Chili или какие-нибудь хайповские. Ну и, кстати, если вы хотите сделать то же самое при покупке, ссылочка на все товары, на все запчасти для прокачки самоката будет также в описании. А по промокоду, который вы видите сейчас у себя на экране, вы можете получить скидочку в 5% при покупке данного самоката. И вообще при любых покупках от 4000 рублей. Ну что, переходите по ссылочке, покупайте данный самокат, катайтесь осторожней, не травмируйте себя. Но это все на сегодня. Не забывайте подписаться на канал, ставьте лайки, и до новых встреч. До свидания.